Так, всем здравствуйте. Показываю обзор школьного стадиона. Вот это центральная часть, или как это, основной объект. Уже тут кстати, про эти на права сдают. Дети сдают, ну, устраивают всякие и на мотоциклах там змейки, ворота там заезжают, короче, вот здесь. Так, тут у нас баскетбольные эти, блин, кольца со стойками там еще стоят. Не знаю, кто играет без колец. Вот. Там что у нас? Это у нас этот, как я, снаряд акробатический. Вот мы с этой, одна отвалилась, что ли, было две штуки спуска, сломалась, короче. Там еще такая змейка была, как в армии. Вот тоже, ну и все вроде. Что тут? Вон там кошка сидит в окошке. Вот. Что-то еще интересно. Ну вот посреди волейбольной площадки построили дорогу. Вот. Асфальт вот к этому дому. Вот. Вот и школу отремонтировали. Не только фасад там со стороны поселка, еще и заднюю часть все так цивильненько сделали. Правда, стройматериал там какой-то валяется уже, не знаю, год. Не могут убрать. И здание хозяйственной постройки тут развалилось. Никому не дело. Там, кажется, всякие школьные там эти, блин, не знаю, шпарты, блин, окна, короче. Такое, которое устарело, никому не нужно. Ну, там и теплица видно. Такая тема. Ну ладно, все. Пока всем.